давайте по-быстрому переплываем, перебегаем мост, лучше. Кому-то работает. И даже это, наверное, сэндбой работает. Я на этой стороне полежу, прикрою. Это плавно работает, похоже. М2 не по плану работает, это шестера работает по плану. Переплак. Перебегаем мост. Что, она в город, да, запустим? Да. Что-то едет, нет? Самолет едет. Значит, где-то здесь рак. Да, Берекс. Не обязательно, что у нас тут рак. Просто GCP зарабатывает по плану МКшка. Ну, М2 куда-то стрелял. Да, у них по плану, а не по дефолту, Вася. Смотрите, слева дорогу, за нее нельзя уже. Вижу противника. Где? На севере 300 метров. В доме на втором этаже. Сейчас туда АГС прилетает. С синим балкончиком? Нет, обычный песочный дом. Давайте полу через Ловкина идем. Там пулемет в окне стоит. Пока АГС работает. Шайтан работает, на стене проходит. Да. Посмотрите на восток, слышите, у нас там нету сильно поставили, типа там хаммер. Я смотрю, это свои. Там, что-то говоря, песочный хаммер. На север слепнишь, тебя зажмут. Я. Нас смотрят в бинокль. Там еще дома тоже заняты, левее от того, где метка Деки. Азимут 330, дом, видишь, трехэтажный. Да. Чел. Проверка. Там мины. А, мне кажется, что на мине. Нет, его кто-то стрелял. Тот, кто его стрелял, я его подстрелил, он, возможно, 300. Если не 200. Дом с синими балконами с двух сторон. Тащить нельзя, значит, труп.
Да, 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 конечно. Пробуйте проходить дальше. В доме с синими балконами подстрелили, да, чё? Да. За этим домом еще есть трехэтажный дом, похоже, брат. Слева. Как проверить? Слева, 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 да, слева дом. С красными пройдите, плакатами, там один. Морлок живой? Этот дом смотрел, синий поставил. Там кто-то на втором. Может быть, свои тут два отделения появилось. М2. Ну, стоит где-то у воды. Кто там упал? Ваши фунты? Ага, живой вроде. Он позади. Вот тоже противник, да? Я просто его убил, убил сейчас. Я тебя нашел, кто его убил, походу. У меня на метке Рика живой чел. Да, да, да. Говорят, да. Ну он на меня спалил, блять, я не могу выйти из дома. Блять, ранен. Да я по нему залил. Че, он пикает в окне еще или нет? Ты нет, вот нет, пуск нет, по нет, дому, да, там противник да, на да, втором да, этаже. Да, да, и вот этот я его контролю. Я очнулся. Да-да, норм. Да, в трехэтажке высот сидит. Я прошел, да. Снес этот дом. Хорош. Там впереди еще трехэтажка, из нее мечку пострелял. Я его подавил, но не убил. Какая трехэтажка, опиши. Вот куда ты таким сейчас гранату скидывать? Блять, промахнешься ты. А там хуй попадем. Подожди, у меня трехэтажка есть, подожди, я потом. С лестницы на крышу торчащий? Я кинул, да. А, там не, не. Вот это? Я могу снести ее ГПшками. Не надо, не надо. Мурлок ставит уже пакет. Понял. Бежим, бежим. 10 секунд. Сейчас. Там чего? Огонь под себя вызывает, как не говорит. На тебе огонь. Смотрите, он мог выжить в руинах. Я весь раненый после ГПшки шайтана. И чья это была? Сорян, моя была, да. Ну смотрите, здание полуразрушилось, он мог выжить. Нет, труп.
Да-да-да. Дом не защищали, который взорвали. Но Деким сказал, он труп валяется там. Я видел, видел. Кто гранату кинул? Я в доме. Бля, за хаймером. Я за шейтаном захожу. Вроде убил, вроде убил. За хаммером убил. Ой, значит, смотрю, там вот. Дальше еще один хаммер стоит метров 100 от этого ближайшего. Кто-то нас гранатами закидывает. Да, за хаммером убил. Бля, вижу, да, и второй хаммер. Нас ебать с дом. Че, я добил? Шерон, тебе нужно время дойти или нет? Я иду за вами. Подождать? Не-не-не, идите. Да, с тыла наша, походу, едет. Да, это поле. А вы чё, вы шли до дороги? Мурлоков, Мурлоков. Мурлок живой? Или, кажется, он заходил с правой стороны в эти дома. Красан, ты отошел оттуда? Нет, я здесь. Да.
Да, я пытаюсь дом этот сложить. Я контролю. Повтори. Контролю, да. Я тут рядом с тобой. Круассан отъехал. Круассан минус дом. Штормгнул. Давайте следующий. Это мой был. Теперь мой. Нет. Что, ты реально его убил? Да? Ты живая? Да, союзники рядом со мной живые. Понял, сейчас. Кто нас просит съебаться? Проверка КВ. Фанатик, наведи людей. Под тебя прямо под тобой, блядь, Димкин лежит. Живой еще, и плечи, а, я продолжу. Не метки на врага, если есть. С отбой, это по тебе вроде, вали, вали, вали. Перед нами домик. От меня северо-восток, с отбой, 100 метров от моей метки. Вот сейчас кто-то подходит к дверному проему, там противник сразу справа. Ставлю азимут 0, какое-то здание. Нет. Смотри, с собой на севере домик с синим балконом смотрит на поле с травой. Да. Там пех в окне. Ниже, ниже, ниже. Вот это, да.
Сетбой, левее 100 метров, здание трехэтажное. Три серых балкона, левое окно, третий этаж. На 330, да-да-да-да. Я поставил сидию, где этот чел сидел. От меня 780 метров. А, ты перебр... О, по мне отрабатывают. По кому? По панчу. Без понятия, просто над головой. Северо-запад где-то. Примерно вот туда синюю новую. Так, я дымы съезжу, проверю. Я наблюдаю. Бля, смерч не на связи. Блять, под огнем из домов опять? Да-да. Капитан, подергай, где чувак? Блять, фух, убежал. Где-то здесь же, вот на этой метке. Западная. Подергал уже. Ранен, лежу в 300. Да ё-моё. А где он там? Да я херу его, не могу найти. Дым дал на себя, очень плохо все. Сейчас мы подъедем. Дистанция близко, далеко. Кто-то в дом зашел, не вы, хорошо. Мы. Вы на своей метке. Понял. Окей, да. Хотите, здесь садитесь. Лежит. Если хотите, можете сесть. Могу обработать чем-нибудь тут вам. Фига себе, тут снайпер. Сейчас я попробую найти, откуда там хер стреляет. Thank you.
Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.